чтобы играли именно то звучание, которое я хочу, это очень тяжело, потому что музыканты очень хорошие все. Клуб Алексея Козлова оптимальный, там сцена хорошая, и звук шикарный, но почему-то люди туда неохотно ходят. Вот есть какие-то места, куда ходят, причем места могут быть совершенно ужасные. Да, согласен. И есть прекрасные места, куда ходят человек, да. Ангел, как я себе это представляю? Он лечит детские души, он не ее ангел, но получше. Ей хочется быть к нему ближе, она чувствует волю свыше. Она давно мечтала такого, но боже, боже, ну дай же ей повод оборвать его крылья, разбросать его перья. Мир где все станет былью, и двери, оборвать его крылья, сорвать его майку, чтобы все просто было по небесному кайфу, по небесному кайфу, по небесному кайфу. Все тише и глуше, и вообще не встречать ее лучше. Ее трудно представить маме, и будет страшно оставить с друзьями. Но он смотрит снова и снова и молит, боже, ну дай же ей повод оборвать его крылья, разбросать его перья. Мир, где все станет былью, пролюбить ему веки и двери. По небесному кайфу, по небесному кайфу, по небесному кайфу, по небесному кайфу. По небесному кайфу, по небесному.